Когда ты вот фотку держишь, ты ее не клади, а поставь. Поставить. Там хорошо по кадру. Даже если она, например, ты перелезешь, и она упадет. Хорошо. Короче, у нас эротическая сцена. 5 минут тишины, 2. А он снимаешь фильм о фильме, да? А я снимаю фильм о фильме. Вот, я отвернул маленькую киску, потому что ей нет 18 лет, чтобы она не видела этот разврат. Видел большую киску? У меня дети. Ты что говоришь? Стежков он там за кустом спряталась. Ладно, смотрите. Давайте, что снимать? Отвернул маленькую. Камера 95-1-2. Все, я готов. Поехали. Эй, хорошая. Холодная. Так. Да. А давай все-таки продолжим наш вчерашний разговор про Бориса. Да. Мне нечего больше сказать. Ты только сказал, но ничего не объяснил. Ты не хочешь, чтобы я с ним общалась, потому что ты ревнуешь? Пускай будет так. А ты понимаешь, что меня это обижает? Я к тебе, между прочим, из Москвы сюда приехала. А получается, что ты мне не доверяешь ни на грамм. Ты раньше времени ушел под стол. Здравствуйте, давайте. Отсюда. Да, я просто не сказал какую-то фразу. Ты сказал, я все сказал. А, что продолжать, я все сказал. Да, я все продолжаю. Простите, я мудак, давайте. Я все сказал. Наша компания. Мне. Я же не настоящий с вашей. Тоже даже. А что продолжать, я все сказал. Сейчас получится обязательно. Кто-то мне тут коврик вот этот подставил, я промахнулся. Я же каскадер. А что продолжать, я все сказал. Продолжим, да, типа, этот разговор. Давайте, ребята. Сначала. Да, 5-1-3. Да, согласен. 5-1-3. А, хорош, холодная. Так, а давай все-таки продолжим наш вчерашний разговор про Бориса. Я не знаю, что продолжать, я все сказал. Ну, ты сказал, но не объяснил. Ты не хочешь, чтобы я с ним продолжала общаться, потому что ты ревнуешь? Ну, пускай так, не важно. А ты понимаешь, что меня это обижает? Я к тебе сюда из Москвы прилетела. Получается, ты мне доверяешь ни на грамм. Лина, ты знаешь, что он сын мэра? И что из этого? У меня есть подозрение, что мэр занимается незаконной деятельностью. Ну а при чем здесь Борис? Потому что яблоко от яблоки недалеко падает. Не в этом случае. Борис не имеет никаких общих дел с отцом. Так не бывает. Почему не бывает? Он мне сам сказал, а со мной он предельно откровенен. Серьезно? А что это? Опять ревнуешь? Нет, я просто задал простой вопрос. Давай закроем это все. Давай закроем. Ау! Давай. Саша! Саша, отдай! Так, ты сейчас закрой. Ну, слушай, надо пойти подышать. Надо пойти подышать.
Дохлые щенки, дохлые щенки. Ладно, все, все, хватит. Стежко и куст. У тебя сегодня два партнера, да? А, еще киска. Я киска? Я котик. Маленькая. А, он там. Он там, когда... А киска. Смотри, если что, 4К сделай. Наша группа. Это Бурцев. Сейчас. О. Наш любимый оператор. Вот сейчас он пролезет, если что, все будет нормально. Давайте 28 поставь, что ли. Думать тяжело. Какая тяжелая работа. Целоваться с девчонками. Еще деньги за это получаю. Бешеные. Еще с какими девчонками целоваться? Сейчас не буду останавливать. Не останавливай меня, пожалуйста. А давай, давай обед устроим. А сейчас, группа, внимание. Когда Рома упадет за стойку с нежным поцелуем, все уходим на обед. 55 минут тишины. Все, вот выбил себе. А, сбежит? Бежит на пробежку, да. Давай. Вы здорово. Давай расскажем, чем будет во второй части. А что будет во второй части? А что у нас во второй части? Ты, наконец же, первая часть закончилась тем, что ты беременная, правильно? Да. И раскроем секрет. Мы будем сами гадать, беременная я или нет. Ром, встань на начало, пожалуйста. Плюстри сюда, Вася, пойду плюстри. Давай, тебя сделать. Рома, сделай. Только не говорите, что Лина превратится в мужчину. Нет, не в этом сезоне. Нет, грех превратиться в женщину. Это интереснее сделать. Сделаешь. Давайте все, приготовим. Нормально? Сделайте какую-то плюшку, берите, ребят. Нет, хорошо было, Боря. Да, у меня тут стираешь в холодильник. А, ну что теперь делать? Плюшку, сделай себе какой-то себе. Рома, ты стопудово упадет телефон. Я не беру кожу. Ничего не упадет. Справа, сделайте себе какой-то. Чуть пониже. Или нормально, Саша? Ребята, смотри, в кадре здесь будет. Ну, может попасть, да. Не брызгай, да? Да, мне сказали брызгать. Ты сюда снимать не будешь? Брызгать свиной, как минимум. Да нет, там флюха у нас. Вот у вас поначалу. На начало. Сделай на начало. Вот, начало. Леш, есть флаг у вас? Поставьте, пожалуйста. Тогда перекроем его. Давайте Бурцева съедим. Ой, Френч, можешь сделать с правой стороны, пожалуйста? Могу, конечно. Не надо, Юр, там не всегда, когда свет не будет. Ой, так мы фильм ужасов снимаем. Смотри, Оль, посмотри, пожалуйста, это. Сейчас, сейчас, сейчас. За задницу надо посмотреть. Боря, посмотри по кадру. Дэн, чтобы здесь чуть-чуть был цветочек. Мне 32 года, а веду себя как 33. Дэн, посмотри по цветочку. Девочка, ну что? Что надо? Я флористкой настоящий. Все готово, да? Давай еще снимать. Прыщ? Красное пятно, это она целовалась. Я немножечко. Мы готовы. Пойдем пить. Пить БЦАшку пойдем. Сейчас, Саш. Я вчера поужила как-то. Серьезно? Можно еще раз? Начало, спасибо. Начало. Да, да. Вот здесь я. А здесь была тряпка? Нет, нет, я возьму. Да, еще. Начну. Я могу пониже быть. Хорошо. Ой, шикарно. Давай пониже буду. Вы же не видите ноги? А? Флюшку подрезай справа, если нет возможности поставить фрейм. Ну и все вот так. Илья, дай вот кусочек этого Саня. Я в плие буду сидеть там. Сейчас сделаем, Саша. Саня! Дай грибочек. Давайте проверим, ребят, вот я сюда приду. Сейчас сделаем. Все нормально? Сейчас сделаем. Я пока обойду. Так ты обойди. А чего ты не дал? Ребята,
Подождите. Что? Подождите. Да, да, Маша. Дотягивайся до меня, пожалуйста. Не делай, пожалуйста, ничего сейчас. Так долго тянут эти киношники? Ребята, давайте, актерские баночки пусты уже, все, невозможно, сейчас плохо сыграют. Кто? Фиксик? А, я думал, Фиксик. Люблю тебя, меня кто-то любит там. Все. Кайфует от грима. Я все сделал, ребята. Меня просто гримирует такой. Все хорошо. Спрашивают, ты моя жена или нет? Конечно. По фильму точно. Снимаем 5 минут тишины. Да, вот в этой фигне отражайтесь, так что не двигайтесь. Это самые кадетские сцены. Самые трюковые, трюковые смены. Трюковые. Все, пошел. Идет. Так вы дрожите, держи камеру. Тихо, у меня там дети уже в эфире. Тишина. Идет. 9-5-4-1. Блять, какая первая фраза. А что продолжать, я все сказал. Ага. Давай. Вот так? Да. Прекрасно. Хорош! Холодный. Саш. Да. А давай продолжим наш вчерашний разговор про Бориса. А что продолжать? Я все сказал. Ну, ты сказал, но не объяснил. Ты не хочешь, чтобы мы продолжали общаться, потому что ты ревнуешь? Пускай так, это не важно. Ты понимаешь, что меня это обижает? Я к тебе сюда из Москвы прилетела, а ты, получается, мне ни на грамм не доверяешь. Лина, ты знаешь, что он сын мэра? И что из этого? А то, что у меня есть подозрение, что мэр занимается не совсем законной деятельностью. А при чем здесь Борис? А то, что яблоко от яблони. И в этом случае Борис не имеет никаких общих дел с отцом. Так не бывает. Ну почему? Он мне сам сказал. А со мной он предельно откровенен. Да? Угу. Чему это он... С тобой так откровенен. Никогда, блядь, эта рамка не встанет. Я не вижу. А. А чего это? Скажи мне, почему? А чего это он так с тобой? Ага. Зачем? Он сам сказал отсюда. Ну, он не сам сказал, а со мной он предельно откровенен. Да? А чего это он с тобой так откровенен? Ты опять ревнуешь? Я опять плачу, сука, за кровь. Давай. А со мной он предельно откровенен. Да? Ай, Рома! Сука! Я там не вижу эту вдову! Да, блядь, она падает, прости. Давайте, поехали. А кто идет? Давайте. Че? С посадки? Да не вижу, ну хоть уже подождаем. А чего это? Значит, уже немножко серьезки переходи на шутку, значит. Он мне сам сказал, а со мной он предельно откровенен. Да? А что это он с тобой так откровенен? А ты что, снова ревнуешь? Я просто задал простой вопрос. Давай закроем. Я просто задал простой вопрос. Я просто задал вопрос. Ты опять ревнуешь отсюда? А ты что, опять ревнуешь? Я задал простой вопрос. Давай закроем эту тему. Давай, конечно, закроем. Саша! Саша! Ты сейчас так закрой. Прошу прощения за мат. Спасибо.
Никогда не ругайтесь. Это мой локоть. Прости, пожалуйста. Прости. Я не специально. Делаем ночь. Все, ребята, всем счастливо. Что, ты пошел? Да, спасибо. И тут в него попадает пуля, он падает с обрыва. Иди поправь, пожалуйста. Ну ты представляешь, попадает пуля, А я его спасаю, меня камера, и меня камера снимает. Вот таким крупным планом. Саша встанет и... Боря, не снимай. Вот камера снимает это событие, понимаешь? Ну что, нормально? Мотор камера. Секунду, можно, извините, одну секунду? Да в рот я положил конфету. Что? Да классно, это вена. Сдулась. Просто хочешь меня потрогать? Да. Просто скажи всем. Фу, я вспотел уже. Зачем? Все. Зимок. Прям на тачок, Кать. Приготовились, мотор камера. Идет. Больше не будешь подходить к Косову? Нет. Идет. 10-44-1-2. Внимание. Ты представляешь, в него попадает пуля, прямо в сердце, он падает с обрыва, умирает, такой... Ты представляешь, как Крепин играет? А я его спасаю, и меня вот так вот крупная камера снимает. Вы что, как, известный? Да не, нормальный мужик, классный. Вот. Да. Петров подбегает, мы его из обрыва вытаскиваем, он оказывает ему первую помощь. Главная героиня рыдает, вот такими слезами брызгает на меня, представляешь? Режиссер кричит: «Стоп! Снято!» Какой-то вообще неадекватный. Вот. Лин, это такой адреналин. О, рыбак получается. Лин, такой адреналин. Кино не такое уж. Да что-то стрикнул сегодня. Оп, муф. Йоу! О, круто. Так что, тебе кино покажешь? Да, конечно. Здорово. Слушай, все такая жизнь насыщенная. Не то, что у меня. Я сижу целыми днями. Когда там по горам кузликом скачешь. Ну ладно. Ну правда, сейчас будет выходной. И мы куда-нибудь съездим, куда ты захочешь. Правда? Обещаю, да. Выбью выходной на них. Так, ну тогда ты отдыхай, а я потом... Не-не, я помою. Смотри. Мы с Репиным селфи сделали. Ну-ка. Ой, это любовница. Сейчас. Ну, нормально, давай, заканчивай. Не, я потом помою. Смотри, мы с Репиным селфи сделали. Прикинь. А ты круче его. Ну, я накачанный просто. Надо на аватарку поставить. Все обзавидуются. Блин, не в фокусе. Хорошо. Денис, перейдете, а?